омлетик. Дымки взяла я себе. О, сегодня даже я взяла десерт. Булочку. Максимка, приятного аппетита. Ты хлопья взял сегодня? Ну, молодец. А пить что ты будешь? Кола, соки, газированная вода, просто все холодненькое постоянно, да? Ходили в парикмахерскую, подстриглись. Очень даже хорошо. Молодой совсем стал. Молодой стал. Да. Мам, как я уже? Отлично, красавчик. Да не надо меня снимать. Ой, что это? Вот такие мы красивые, да? Мам, сейчас поедем кататься. Не так, все готово, поедем. Маски взяли. Нина! Держись крепко. Опа! Я сам боюсь. Молодец. Thank you.
все собирает ракушки всякие разные. Вернулись в номер, а у нас вот такой сюрприз. Вернее, сюрприз для мужа, так как у него сегодня день рождения. Заказали столик в итальянском ресторане. Праздничный ужин будет там. Также принесли небольшой тортик. Неожиданно, но очень приятно. Тортик. Для тебя. Вода есть? Да, налив чайник, скипите водички. С орешками? Так, мы сегодня в итальянском ресторане. Поздравляем папу с днем рождения. Доброе утро. Мы будем как анимация тоже кричать, что там. Теперь с нами на. Отпуск наш закончился. Едем в аэропорт. Отель «Меркура» 4 звезды оправдал все наши ожидания. Очень большая территория. Отличный пляж. Питания всего было достаточно. Каждый мог для себя что-то выбрать. Экскурсии выбирали сами. При заселении отель давал 2 карты на посещение 2 ресторанов. Мы были в восточном и итальянском. Отличная анимация, каждый день развлечения, вечерние шоу. Скучать вообще не приходилось. Меня когда держишь, видео тоже видео меня. Давай. Я показываю. Вот так загорели мы, да? Стоп, стоп, стоп. Прилетали мы ночью, была такая красивая световая иллюминация. Сейчас улетаем днем. Также покажу вам вид сверху. Вот такой оазис в пустыне. Очень удачно для нас время съездить на Красное море позагорать. Весенние каникулы. Столбик термометра не поднимался выше 34 градусов. Уже закат. Мы летели 4,5 часа. Будем приземляться во Франкфурте. Всем огромное спасибо, что смотрели мое видео и оставались со мной. Всем пока-пока.